Почетные гости, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и его коллеги в один день посетили два предприятия города Щелково. Побывали на «Газпром-космические системы», а после заглянули в эфирный комплекс щелковского телевидения на Талсинской. Гостям показали, как работает муниципальный телеканал, познакомились с творческим коллективом и показали техническое оснащение. Владимир Соловьев – опытнейший тележурналист. В 90-х работал на ВКТРК, был собственным корреспондентом российской государственной телерадиокомпании «Останкино». ОРТ в Югославии, освещал события югославского конфликта, заведовал Балканским корпунктом, совершил 12 командировок в Чечню, освещал Первую и Вторую чеченские войны, много лет работал в составе кремлевского пула журналистов. С 2017 года является председателем Союза журналистов России. Именно поэтому коллективу щелковского телевидения так важно было показать, как сегодня работают журналисты на местном, муниципальном уровне. У вас очень маленькая, но очень уютная студия, и видно, что дружный такой творческий коллектив. Честно говоря, я первый раз и у вас, и даже первый раз в Щелково. Сегодня мы были на предприятии «Газпром космические системы». Это нас очень сильно впечатлило. И оказалось, что щелковское телевидение – это самое крутое в Подмосковье и единственное космическое телевидение. Этим вы можете действительно гордиться. Вас видно на территории всей страны и даже соседних государств. Мы будем об этом рассказывать, будем говорить о том, чтобы попытались залезть на спутник и другие наши телеканалы. Так что хочу только удачи пожелать всему коллективу, творческих побед и мощнейшего иммунитета. Вместе с коллегами, членом комитета торгово-промышленной палаты Вадимом Винокуровым, пресс-секретарем Союза промышленников и предпринимателей Московской области Юлией Батуриной посетила наш округ и председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова. Щелковское телевидение стоит в особом ряду, потому что здесь создана удивительная атмосфера, в которой рождаются удивительные, яркие, творческие программы. И уровень этих программ, он не уступает федеральным каналам или каким-то крупным региональным телекомпаниям. И Союз журналистов знает об этом. А сегодня мы еще раз побывали в родном доме этой телекомпании и, ну, еще раз убедились в этом. Аудитории, жителям Щелково, вам повезло, что у вас такая есть телекомпания, есть замечательная команда профессиональных творческих людей. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.